Привет, вас на канале AsmodePlay. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Итак, называется у нас компания «Все когда-то проигрывают». У нас, надеюсь, мало осталось миссии уже. Правильно? Давайте. Сердечный приступ, ага. Инфаркт миокарда. Смотрим. Скучно без бабы-то, да? Такой молодой была. Померла из-за своей глупости, жадности. Денег и надо. Теперь мы квиты. Разумеется, да. Бери, что нужно. Устранители дышат мне в спину. Я не знал, что Роуз мертва. Ей надо было просто уйти. Да. Не доказано, что за этим стоит. Блин, Эйден, да все может быть. Сам видишь, тут много чего не сходится. Подтасовка голосов, сделки... Грамотный пиар, и все это замяли. После смерти Роуз они создали это. Я не знаю, что к чему, но этот код опасен. Что-то вроде... Я толком не въехал, но это как-то связано с политикой. Кандидат. Так вот, что он хотел. Уничтожь этот код, чел. Остальное можешь делать, что хочешь. Чё, потише сделай, ты громче сделала. Знаешь, Эйден, я... Мне жаль Клару. И мне. Плохие дела, с какой стороны не глянь. Да, плохи твои дела. Бывает, что ж теперь. Будь осторожен. Некоторых вещей лучше не знать. Окей, на. Ну... Мы это будем исправлять, будем узнавать. Поэтому этого козла надо еще прибить. Я же обещался. Обещался. Надо сходить. Не понимаю. Так. Загружается код. Это вирусный код, который. Появилось шокирующее видео. Мэй Рашмор убивает женщину Розу Вашингтон. Она, бывший работник сети ОС, год назад ее объявили пропавшей без вести. Мэр воздержался от комментариев. Мэрия официально заявила, что видео смонтировано группировкой DedSec с целью дискредитации мэра. Да как же? Так, мне поймать кого-то надо, убить этого еще. Я же обещался. Давай, говори, где ты. Может и сошел. Но Ники ты не получишь. А за смерть Клары еще ответишь. Героем себя возомнил. Ты новости видел? Ничего. Иди ко мне. Покончим с этим. О, забыл сказать тебе одну вещь. Ты оценишь. Я разлочил CTOS полностью. Я внутри системы. Да ради бога. Наслаждайся шоу. Вот так. Давайте посмотрим, где он находится, и телепортируемся к нему. Итак, мы прибыли. Давайте сходим, взломаем. Для этого нам надо сюда.
А как нам туда? Сюда. Господи, так тут далековато бежать, да? Начнется отсчет, это быстро надо будет делать. Так. Так. Черт, мне фаервол не взломать. Может, Тибон сможет? Кто такой Тибон? Он нас заблокировал. Его надо срочно отключить. Твою мать. Есть один способ. Но в прошлый раз были жертвы. Выбирать особо не из чего. Говори. Выкладывай. Вся сеть завязана на спутник. Вроде как предохранитель для сети ОС. Я тут написал вирус. Неприятная хрень. Его надо загружать из трех разных точек. И что будет? Ну, твой придурок точно заткнется. Будет заварушка. Это еще мягко сказано, амиго. Позвони, как загрузишь. Мы все устроим. Хорошо. Вон. Ну-ка. Раз, два. Ну, по порядочку и начнем. Телепорт. Надо еще рядом было оставаться какое-то время. Так. Даешь твою мать-то. Вот так. Давай. Вот так. Чуть-чуть еще. Продержись. Что, нет еще? Так, второй был. Вот этот. Назад. Все глючит. А, ну это так и должно быть, потому что это, как предполагаю, это финальная серия. Ну давай же, господи, вот это такси такое старперческое. Похоже, CTOS кого-то засек. Подозреваемый обнаружен. Здорово. Дальше отправлюсь в Лондон, пожалуй. Хочешь? Давай. Отдыхай. Отдыхай, дядя. Выходим. Внимание, усиленный наряд начал поиски подозреваемого. Так, а мне тут выбраться надо. Хоть бы кто руку подал. Ой-ой-ой. Да. То есть... Они меня ждут, а у меня и выбора-то нету. Единственное, что показать, якобы я пешком, но на самом деле потом на машине где-то взять транспорт надо. Господи, их там нифига тьма-то. О, вот он. Только залезть надо сначала.
Ой-ой-ой. Вот так. Нормально. Хорошо. Я вас понял. Вот так этот внедорожник. Хорошо, что ты его туда отправил. Еще разок так же повтори, вообще прекрасно будет. На. Ой. Стоять. Стою. Разве вам вообще можно так? Стоять. Это приказ. На. Спокойно, блин, вертолет как вот. На помощь. Ты перебьешься. Зачем? Вы же по мне стреляете. Вы же по мне стреляете. Зачем мне останавливаться? Вы что, дурачки? Бумк. Блин, меня все-таки подбили, ладно. Надеюсь, не с самого начала хотя бы. Мне нужен автомобиль. Вали. Так, первую точку раскрыл. Давай, вот вторую точку. Дэмиан химичит с навигацией. Остановить хочет. Значит, по одному месту за раз. По одному месту за раз. Обнаружен подозреваемый. Высылаю координаты. Давай. Нам срочно нужен выделенный доступ к сети ОС. Я столкну его с дороги. Перекрыли мне дорогу. Так. Стою, ну. Врезайся. Давай сюда. Давай. Успеваем. Успеваем. Давай. Мы приближаемся. Нашли его машину. Он сбежал. Давай. Закачка идет. За что люблю вирусы? Они могут выйти из-под контроля. База, объект сбежал. Мы сворачиваемся. Здорово. Дальше отправлюсь в Лондон, пожалуй. Хочешь со мной? Thank you.
тебя понял. Загрузил свой дурацкий вирус, чтобы найти меня. Напасть на коллегу. Это твой план. Думаю, это твоя хакерша придумала. Но она ж померла. Так и... Давай уже, Эйден. Покажи, на что ты способен, прежде чем отправишься на тот свет. Пригнитесь! Внимание, тут стрельба! Беги, беги! Тихо, тихо, тихо! Так, умная сеть. Мне вот сюда теперь. Умная сеть. Извините, господа, но я вас буду давить. Тихо. Вот так, вот так. Что за... Давай. Спокойно, спокойно, граждане. Блин, этот еще... Тихо, 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 тихо. Вот сюда. Тормози. Обошел. Смотри, как эффективно город охотится на тебя. Экономит электроэнергию. Конечно. Стараются. На. Так. Принято. Усиленная патрульная машина уже в пути. Продолжаем преследование. Продолжай. Тормози. Почти уговорили. Давайте. Бортуй. Да бортуй. Да тихо вы. Блин, сколько у вас здесь? Это же кошмар. Опа, опа. Опа, а не попал. Так, где-то здесь. Блин, как сюда зайти-то? Хорошо. Видите дальше. Мотор отказывает, уходим. Мне куда-то сюда надо. Все, ждем. Против крутой защиты нет приема. Всегда есть прием. Осталось только продержаться. Тихо, тихо.
Вы что, меня видите? Что-то я так хотел сделать. Где камера? У нас в аптечке проблемы. Мы возвращаемся. Сели. Поехали. Вот так. Куда он делся? Кто-нибудь его видит? О. Да, он ушел, но мы продолжаем. Это неплохо я. Давай, давай. Усиленный патруль преследует подозреваемого. Неплохо. Адам 948. Вырвался. Фух. Готово. Залил вирусы. Ну что, приступим. Вернись к той точке, где мы начинали. Теперь она доступна как портовая. Ну, понятно, понятно, понятно. Главное, ты давай. Получишь прямой выход на спутник. Дальше что? Ты говорил, он что-то вроде предохранителя. И не только. Заберешься, дернешь рубильник, так сказать. И привет! Если я нигде не ошибся, сможешь обнаружить Демиана. Скрестил пальцы. Так. Едем к первоначальной точке. Где она у нас? О, напрямки стоим. Телепорт. Так, доставил себе автомобиль. Так. Идем взламывать. Идем, идем. И что ты перестал-то бежать? Решил отключить CTOS. Допустим. Дай нам полминуты. Зачем? Полминуты внутри CTOS. Мы внедри туда код. Потом, после ребута, DeadSec смогут контролировать все изнутри. Мы приберем добро. Нам нужно только полминуты. Полминуты. И никто не узнает. Наш секрет? Будем работать вместе. Нет. Давай. Ну тогда спасибо. Теперь пробуем взламывать. Так. Как тут развернуть? Вот так. Так. На. Где? Так, чё? Не защищено? Связь с космосом? Я подключился к спутнику. Отсюда вирус Тибона перезагрузит систему. Я найду Демиана. И остановлю. Давай. Даже не знаю, что сканирую. Город, наверное, весь. Боже мой. Посыпал систему. Поехали его уничтожать. Так. Где ты? Вот сюда. Тихо, 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 тихо. Едем. Сейчас мы ему наваляем. Телепорт. И вот мы прибыли на маяк. К Демиану. Достичь.
Достигли. Пойдем. Нам наверх подниматься. Да куда ж ты твой? Сейчас отдам тебе целый город. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты урод полный. Сейчас взгляну, подожди маленько. Мы вместе посмотрим. Наверх. Последние часы, а я торчу на вдовьей площадке. Так называют самую верхушку маяка. Сейчас. Вдовья площадка. Ты знал это? Я знаю, как я называется воронье гнездо только. Мягко. Которое находится на самой верхушке. Давай. Посмотрим. Падла, сука, опять. Ты что ты будешь делать-то? Пойдем наверх. Еще выше. Ну где тут еще выше-то? Ну тише ты, падла. Только попробуй. Давай. Вот, блин. Сюрприз так сюрприз. Пристрели его. Убей его. Речь будет, Дэмиан. Тебе есть что сказать? Они знают, кто я. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое правое? Ты обманул меня. Вот что главное. Я обманул? Ты виноват в смерти Клары и племяшки. Кто-то семью отправил подальше, да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался, но все равно проиграл. Да, да, да. Боже, сколько можно трепать? А ты откуда? Прости, новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, брось пушку. Что-то все меня предали. Кто меня не предал-то только? О, оборжаться можно. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй-эй-эй, телефон тоже. Давай. Давай, бросай. На. Бумк. Все. Вот такой красавчик. Не знаю, чего хотел Дэмиан в последние минуты. Наверное, смерть. Я думал, что там еще за смерть ребенка. Но скрылось столько всего. Да. Ложь, коррупция, проблемы города. Все вскрылось. Стал другим. Вся подноготная вышла наружу. Я не живу в прошлом. Не сожалею. Иду вперед. Правильно. Это поможет раскрыть тайны. Защитить. И наказать. Ну что ж, на этом все. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Ну и увидимся уже в следующей игре. Пока!